Всем привет! Это канал Оконный Мастер. Сегодня мы будем ремонтировать фурнитуру вот на этом алюминиевом окне. Ручка вниз не поворачивается и не откидывается. Вот такая ситуация происходит. Что здесь не так? Здесь сломался приемник ручки. Тоже все развалилось. Сейчас нам потребуется заменить всю вот эту тягу. Вот этого приемника ручки не будет. Поставим единый привод. К нему подключим разноткидной шпингалет. И вот этот угловой переключатель. Для этого сейчас нам надо разобрать будет верхний угол, снять ручку и все это вытащить. Снимаем уголок. А, что-то у вас не получается. Ага. Так. О, сняли. Сняли, сняли. Вот он так выглядит. Фиксируется вот этой шпонкой. Вот этой шпоночкой. Она почему-то обломана. Так, теперь вытаскиваем привод. Вверх он не вытащится, там потолок. Сейчас, значит, снимем ручку и вытащим это все дело вниз. Снимаем ручку. Ручку сняли, привод спокойно у нас уходит вниз. Первая часть, соединитель сломанный. Вторая часть, приемник ручки и тяга. Теперь нам надо эту длину компенсировать. Так, сейчас попаду. Целым приводом. Вот у нас новый привод такой же. Заменяем эту длину новой тягой. Выравниваем ее. Так, и в этом месте мы ее отпиливаем, делаем отверстие и сюда ставим скрытый приемник. Все, сейчас будем пилить и назад собирать. Так, после того, как мы отпилили новую тягу, уже без этого элемента, вровень, нам надо сделать отверстие под фурнитуру. Мы просто накладываем один профиль на другой и по этому отверстию сверлом на 10 миллиметров делаем дырку в нашей новой тяге. Мы отрезали, сделали отверстие в нашей новой тяге в единой. Здесь. Теперь мы совмещаем наши две старую запчасть, сломанную и новую. Нам надо сделать отверстие под приемник ручки. Вот он выглядит так. Соответственно, он будет в этом месте находиться. Сейчас мы отметим и сделаем отверстие, его прикрутим. И будем собирать уже назад. Все, мы перевернули тягу. Вставили. С этой стороны закрутили. Приемник ручки готов. Теперь на самое главное его ставить. Ставить и ставить. Как его ставить, если он выше? Тяга выше, чем окно, надо чуть-чуть загнуть. Тяга хорошо гнется, так что окно снимать не придется. Просто мы вот так вот вставляем все.
Вставилась. Заправляем. Не забываем поворот на откидной шпингалет вставить и всунуть. Все, и ручка у нас должна быть приемник ровно посерединке. Вот он здесь и оказался. Вставляем уголок назад. Совпадаем вот этот шпиндель с этим отверстием. Все. Часть, которая у нас 100, 100.